Хотим хорошее кресло. Вот, Акрейсинг 7012, металлическая рама до 120 кг, мультиблок, самые хорошие надежные механизмы, которые устанавливаются и на Nobel Chairs, и на Dexracer. То есть это мировой бренд. Все остальное, тессоры, аэрокулы, тандеры, это все китайские дешевые подделки. То есть кресла бюджетные, со скрипом, с фанерой, с пластиковыми крестовинами, с пластиковыми колесами. Это все то, что вы нам называете. Всякий испанский там бренд, это то же самое. Вот он, дрифтинг. Это то же самое, что аэрокул. Все то же самое. Вот, на топганах, на дешевых этих механизмах. За 30 тысяч единственный есть бренд первоначальный, это Акрейсинг, вот, тканевый. Вот он, это вот технологически неудешевленное кресло, то есть правильно, оно продается во всем мире, а не только в Российской Федерации, как вот эти аэрокулы и тандеры. Есть вариант вот комбо, это обсидиант. Он вот с такой вот подушечкой, без ограничений, нет никакого ограничения, то есть здесь у нас эко-кожа и алькантара. Это у них премиальная модель с улучшенной эргономикой. Эргономические качества у него лучше, чем у Акрейсинга 7012. А Акрейсинг 7012 это рабочая лошадка, крепкая, удобная, без всяких скрипов. Подлокотники регулируются по высоте. Конструкция очень надежная. Дальше, если брать 35, там 36, ну, в принципе, вот только между ними стоит вот этот обсидиан. А потом уже идет вот еще. Это уже все, это потолок. Самое лучшее качество. Nobel Chairs Epic, тканевый. Цена, конечно, у него вот такая. Поэтому не стоит смотреть, не думать, никакие аэрокулы, тессора. Это все дешевые подделки. В нашем магазине их даже нету, потому что еще 3 года назад мы от них отказались, потому что ужасное качество, ужасная сборка.